Меня бьют! Помогите! Помогите, меня бьют! Помогите! Не шуми. Помогите! Денис! Бьют! Фамилия, имя, отчество назовите вас. Иванов Иван Иванович. Понятно. Вы в связи с чем здесь отдыхаете на полу? Да не знаю, просто пришли. То, что сказали, то, что... Я что-то не прав. Сегодня в вечернее время поступило сообщение о том, что мужчина 27 лет явился домой и угрожал родственникам, принесенным с собой газовым баллоном большого объема, угрожал взорвать их и весь подъезд в связи с существующими у него проблемами личного характера. Вы что употребляли сегодня? Сегодня? Да, алкоголь употребляли. И хорошо, семечки мы. Алкоголь употребляли? Наркотические вещества? Да, употреблял. Короче, скохляйте, прислали. Ведите себя, пожалуйста, прилично, не надо брыкаться. В целях обеспечения безопасности проводилась эвакуация жителей подъезда. Чрезвычайное происшествие было предотвращено.